Частей мыть руки и обмежевать наведывание шматлюдных мест. Это элементарные и простые парады от медиков батькам малых. У Могилеве сезонный уздым захворываемости на ротавирус. Коля 7 детей за сутки трапляют у Могилевскую больницу номер 1 с вирусными расстройствами кишечника. Холодный сезон – час, когда малые начинают хворить на кишечные инфекции. До его больше схильные дети от года до 4. Школьники хворают больше редко. Теперь у 70% поступивших маленьких могилюшан специалисты выявляют вирусную диарею. Основный шлях заражения – контакты у дитячих коллективах. Тому одна из мер у перестяроги – обмежевать наведывание шматлюдных мест, насколько это махчимо. Обовязково сошить за станом дитяти и при первых прикметах инфекции выкликать урача. Особенностью этого года 17-16 является то, что дети в основном поступают с рвотой. Если у вашего ребенка температура, его вырвала или пропоносил несколько раз, не надо его вести в сад. Он заразит всю остальную группу. А еще больше пильно мыть руки и садовину. Перед уживанием навод бананы и мандарины. Дальше медики, кроме ротавируса, вылучают еще один вид вирусной инфекции – норавирус. Обедве инфекции не шкодные и специфичного лечения не потребуют. Инкубационный период хворобы – коля 7 дней.